Век, посвященный 70-летию Великой Победы. Замечательным и объединяющим всех спортивном мероприятии. Здесь собрались спортсмены практически всех видов спорта, которые живут и развиваются в Кингисеппе. Сегодня сказать, чтобы каждый из вас, когда вырастет, рассказал об этом дне своим детям, своим внукам, и чтобы память об этой 70-летии Великой Победы жила с нами до конца дней. Кто сложил свои жизни, защищая нашу Родину, нашим ветеранам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, кто дожил до сегодняшнего дня. Гип-гип! Ура! Ура! И пусть этот крик пронесется над всей нашей большой и необъятной страной. Мы, спортсмены, всегда защищаем честь нашего родного города. Мы всегда приносим славу и победы своим близким и родным. Так же, как принесли победу в 45-м наши отцы и прадеды. И сегодня мне хочется, чтобы каждый из вас мысленно, либо вслух вспомнил своих дедушек, бабушек и поклонился тем именам, которые увековечены здесь. Приступить к возложению цветов.